Совещание расширенное. Главная тема обсуждения – пятилетний план по благоустройству в регионе и конкретно в нашем городе. Мы вели большую подготовительную работу, чтобы спланировать, какие каждый год будут проведены работы, какие места будут благоустроены в городе. Представитель областного правительства Татьяна Тарасова напомнила об основной задаче стартовавшей пятилетки. Цель ее не только в том, чтобы появились какие-то новые дополнительные объекты благоустройства, а цель и в том, чтобы воспитать население в культурном плане, сформировать мировоззрение, в том, чтобы не сорили. На совещании Димитровград представил свой план пятилетки благоустройства, подробно доложив о задачах этого года. На благоустройство города, территории города, выделено 115 миллионов рублей в 2015 году. Это без учета ремонта дорог. На ремонт дорог мы планируем совместно с областными деньгами потратить 109 миллионов. Доложили на совещании и о планах на этот год по улучшению архитектурного облика. Конечная цель – сделать Димитровград самым благоустроенным городом Поволжья. Арина Макарова, Виталий Немов. Наше время.